Peace. Здравствуйте на канале Шим Крипто. Сегодня мы будем шилить и зарабатывать в криптовалюте. И поговорим мы, ребят, о топ-5 играх на полном пассиве с заработком без вложений. Ребят, как всегда, лайк, комментарий, пост, подписка вознаграждается в виде трончиков. И плюс до этого всего мы ведем марафон с нуля до 1000 долларов, как обычный пользователь, начинаешь с абсолютного нуля и будем доходить к общему результату до 100 долларов. Итак, ребят, также у нас есть телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, как с вложением, так и без вложений, и все самые крутые проекты, будь это по инвестированию, по играм или другие любые игры и проекты, я стараюсь сюда публиковать наш телеграм-канал. Так что подписывайтесь, и по марафону будет тоже, здесь буду вести, естественно, итоги. Итак, ребят, начнем первую сборку, и хочу я поговорить о 5 фундаментальных играх, с помощью которых мы можем зарабатывать на полном пассиве. То есть, все мы знаем, недавно там рынок рухнул, там был упадок битка, там и другие криптовалюты, все понесли большие убытки, те, кто любят поторговать, так уж тем более. Вот, особенно в фичах, так что погорели люди очень серьезно. Но это дает нам возможность зарабатывать на полном пассиве, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Итак, первый проект и первая игра, на которую я бы хотел бы обратить ваше внимание, эта игра называется Taxi Money. Вот такая вот данная игрушка. И что она дает, то, что у нас есть. Сейчас мы зайдем в гараж. И я немножко постараюсь о ней рассказать. Ребят, дело в том, что данная игрушка дает нам возможность очень-очень хорошо зарабатывать по данным заказам, по всем, потому что есть здесь как и пассивный заработок, так и вручную. Можно вот взять, откатать какой-то заказик и забрать свои несколько там рексов, да. Точно так же мы можем прокачивать машину. Суть идеи игровой такой, что мы, например, начинаем с абсолютно нуля, как обычно в жизни, с того, что у нас есть под рукой. И, как правило, эта машина называется копейка, у вас она будет называться бомбила. Вы ее укатываете в полторы техосмотра и дальше начинаете отправлять ее катать вот самые именно такие как бриллиантики, которые будут давать вам возможность зарабатывать уже в дальнейшем больше профита. Она более для этого предназначена, так мы заработали и у нас уже есть. Плюс здесь можно зарабатывать на кликах вот этих самых, плюс еще за активность в чате выписываете 100 смс в общем чате. И естественно вы получаете еще плюс очень и очень хороший профит. Вот. Так что, ребят, я вам рекомендую добавиться к этой игре, развиваться здесь можно, механика очень обширная. Что-то особо говорить, рассказывать, в каком направлении двигаться, пока нету смысла. Но я начинал с 200 долларов в этой игре. Это лично мои вложения были самые первые. Потом я понемножку начал наращивать. И сейчас, на данный момент, у меня очень хороший пассивный доход. И что касается вывода, игра дает мне выводить очень-очень крутую сумму. Более 1000 долларов в месяц прибыли. Поэтому я вам рекомендую в нее зайти, и вы будете сюда зарабатывать на полном пассиве. Здесь есть, вот переключается на дизайн, есть новый дизайн, старый дизайн, есть розыгрыши. И так, когда выйдет уже данный видеоролик, будет уже розыгрыш, там, по-моему, 137 тысяч рексов будет розыгрыш данной игры. Поэтому тоже рекомендую поучаствовать, чем, как говорится, черт не шутит, потому что, ну, блин, капнет, будет очень круто. Реально классно, когда какой-то кэш вам прилетает, и ты такой, воу, класс. Есть возможность развиться, есть выйти на нормальный пассивный доход, есть нормальное, можно позарабатывать. Ну вот, плюс еще, мы, например, есть розыгрыш на данный момент, что есть сейчас, это Камара. И здесь все зависит от пополнений, да, то есть если мы нажмем на кошелек, есть различные акции, и здесь от этого все отталкивается. То есть если, так как я был, когда-то зашел, да, в данную игрушку, вот, вот закидываете там образно там 200 долларов, вы получаете Камаро бесплатно, который будет приносить тоже доход. И где-то от полдоллара, доллар в день она приносит доход. То есть это она капает как бонус, да, то есть уже классно. И плюс еще к вашему балансу, вот если 20 тысяч, плюс 25%, да, то есть четверть, можно сказать. И это еще плюс где-то примерно, если не ошибаюсь, где-то около 5000 еще сверху, то вам на счет покупок уже упадет 25 тысяч плюс машину, да, уже сразу, ну, как бы приятненько. Вот. И таким образом вы начинаете катать в городе, развиваться,
и по максимуму зарабатывать. Суть заработка в том полагает, что здесь есть два кошелька, пассажирский счет и счет для вывода. У вас должен быть одинаковый счет. То есть вам нужно будет катать и держать баланс. То есть что-то везет катать халтуру, где-то устроиться на работе и катать там заказы обычно. И таким счетом вы потом выводите, чтобы он списывается сразу с двух счетов. Ну, в общем, такая вот реальная игрушка дает возможность очень хорошо зарабатывать, ребят. Поэтому очень вам рекомендую данную игру. И это самая лучшая игра, которая есть на данный момент во всем мире, которая дает вас очень хороший профит. Следующая игрушка, которая занимает второе место в данной игре, в данной сборке топ-5, это первая игрушка, я ее называю «Мир клонов» и «World Clone», там «Золотой клон», игра «Мир клонов», то по-разному были названия данной игры, но эта игра существует 16 лет. Если «Таксиманы» существует 10 лет, то «Мир клонов» существует 16 лет, пошел 17-й год. И дает возможность очень хорошо зарабатывать на полном пассиве. Вот, это одна из первых игр, которая дала возможность нам развиваться, зарабатывать. Я в нее начал не так недавно, но данная игрушка мне приносит не так уж много, но в районе там $20 в месяц. Вот, что есть довольно-таки тоже, я считаю, у него очень неплохим заработком на полном пассиве. Я рекомендую начать хотя бы там закинуть там $0.5 доллар, чтобы это перейти, шагнуть. Ибо есть такое здесь понятие, как социальные статусы. И чтобы сразу с бомжа перейти в ремесленники, и от этого уже пойдет наш заработок намного быстрее. Ну а так можно без вложений, конечно, и именно сам по себе бродя, вот этот самый, мы можем, да, там без вложений, мы его получаем, там откопаем землянку, все как в жизни. То есть я как бы создаю идею такой игры, что мы создаем себе то же самое якобы клона, только бомжа, и начинаем с самого дна отталкиваться, развиваться и играть в данную игру. Есть люди, которые зарабатывают в тысячах долларов в месяц, есть люди, которые зарабатывают в сотнях долларов, есть которые в десятках. Ну, все платят, все зарабатывается, абсолютно можно без вложений. Если начать без вложений, то с бродяги на ремесленника где-то выходить по времени около полугода. Потому что там вообще уж мизерный заработок реально, ребят. Поэтому я рекомендую, там, киньте туда полбакса, доллара и начните гонять дальше свой клон и развиваться в данной игре. Итак, ребят, вот такая вот игрушка «Золотой клон». Я так вкратце рассказал, подробно не начал рассказывать, потому что здесь механика тоже очень сильно закручена, и можно играть до кончения веков, и рассказывать не очень долго. Люди просто ведут целые YouTube-каналы, чисто присвященные этой рубрике игре «Золотой клон». Итак, дальше следующая игра, которая дает нам возможность заработать абсолютно на полном пассиве. Эта игрушка, конечно, Roller Coin, она в одно время дала мне очень хорошую надежду, дала очень хороший профит и да, точно так же дала мне заработок абсолютно без вложений. На данный момент у меня базовая мощность 42 перехэша, но так как я энергию добавил, плюс есть еще бонус вот такой вот маленький, там будет показывать где-то около 100 перехэшей мощности. И, естественно, здесь уже цифра в догекоинах поменяется. То есть, суть такая, что у нас есть якобы майнинговая ферма, так как и в живой надо, так и в игровом мире. То есть, и мы начинаем раскачивать. Раскачиваться мы начинаем с помощью того, что мы начинаем играть в игры, получать вот такие вот здесь мощность. Плюс есть у них такое, как есть сезонки, есть временные там квесты и так далее и тому подобное. Мы это все дело делаем. Получаем различные вот такие вот майнеры, которые уже тоже дают нам пассивный доход. Плюс здесь есть ежедневные задания, которые тоже дают различные плюшки, и еженедельные. Так что проходим, занимаемся, развиваемся в данных играх. В принципе, ребят, все рассказал по данной игре. Игрушка очень классная, тоже можно заниматься, развиваться. Игра приносит мне тоже около $20-30 в месяц на полном пассиве. Поэтому заходим, играем абсолютно без вложений. Я когда-то в нее меня очень сильно, скажу так вам, засосало, я просто не часами не вылазил, потом закинул, потом опять. Ну, в общем, что есть, то есть. Но на данный момент игрушка дает мне какой-никакой, но пассивный доход. В принципе, неплохая игра, очень рекомендую тоже поиграться, выберите из той рубрики топ-5, что я сейчас делаю обзор, фундаментальных игр, на которых можно реально зарабатывать абсолютно без вложений и на полном пассиве. Итак, ребят, следующая игрушка, на которой мы тоже можем начать, эта игра называется Chain of Legends. Дело в том, что
да, здесь точно так же. Можно все начинать как с вложением, так и без вложения. Но поначалу у вас будет вот такая вот ток, именно клэк токен майн, да, то есть вот такая вот земля, которая будет давать вот эти самые токены клэк, которые можно обменять на PancakeSwap, PancakeSwap там и других там свапалках, да. Плюс у вас будет барак, так как вы зайдете по моей реферальной системе, вы получите барак там первого или второго или третьего уровня, уже точно не помню. И, естественно, еще нескольких бойцов. И этих бойцов вы нажимаете Adventure, заходите в данж и отправляете вот эти вот самые данжи. Вот. Смотрите, что намного выгоднее. Вот если, например, первый левел 8, второй уже 17, то четвертый, например, 19. Скажете, ну лучше на четвертый послать. Нет, ребят. И о том, что прохождение все сложнее тоже в геометрической прогрессии, лучше послать там 4-5 каток вот этих всех воинов, там выиграть тот же самый другой левел, да, чем отправлять, например, тот же непонятный данж, имеется в виду, выиграют они или нет, там 4 уровня или 8 уровня и так далее, что мы подобное. Это и выступает как танк. Это как урон, но так как здесь все слабенько, я просто решил просто показать как пример, как это все выглядит. И нажимаете вот сюда, Adventure, все. И процесс пошел. Хотите еще один отправить, нажимаете Dungeon. Но на этот раз я уже отправлю немножко побольше. И что хочу сказать еще, что если они выиграют 10%, что вам дадут гоблина, например, 4 левела, и 1%, что вам дадут еще плюс дракона. Тоже дает очень хорошую возможность. Самое главное, чтобы у вас была там возможность в плане того, якобы мест именно в бараке. Если у вас мест не будет в бараке, то если вам даже выпадет вот такой какой-то гоблинишка, то вам не дадут никакого профита. Ну вот, в принципе, как так. Все, тоже отправляем еще раз. Все, они пошли. Ну там, скорее всего, что они проиграют. Но как будет, так и будет. В общем, вот такая вот игрушка. Механика довольно-таки очень простая. Игра существует около 1.5 года. Тоже дает нам возможность радовать. Тоже есть здесь стратегии развития, с помощью которых мы можем абсолютно развиваться. Все расписано, сколько, если вы хотите сложение, вот, например, сколько там чего нужно купить. Застарелые, ну, в принципе, так как токен немножко укатался. Но и, естественно, профитность соотношение тоже есть. Так что можете заходить, играть в данную игру и развиваться. Здесь все расписано, все максимально подробно. Кого, на какую можно нападать, какое количество нам нужно иметь, тех или иных юнитов и так далее и тому подобное. Итак, ребят, следующая игрушка, топ-5, последняя игра, которую недавно я совсем зашел. Называется она Space Galaxy. В общем, ребят, мы сначала регистрируемся, заходим вот сюда, ящичок, точнее не сюда, вот сюда, в корзинку. Получаем различные вот такие подарочные наборы каждые сутки, которые тоже дают нам возможность очень хорошо играть и зарабатывать. Суть игры такой, что мы будем захватывать другие планеты и, естественно, на всем от этого отталкиваться и будет расти наш заработок. У нас есть, ребят, целый клан. Сейчас постараюсь вам показать данный чат. В общем, вот самый наш альянс, да, то есть с помощью которого мы можем реально... Игра здесь вам расскажет, разжуют, тоже экономическая игрушка, очень сильно обширная. Но так как здесь очень дружный коллектив, и я тоже сюда пришел бараном полным вообще, я вам скажу. Они мне прям по полочкам все рассказывали, разъюзывали, объясняли, что, куда, как лазить, как зарабатывать, как построен профит и так далее и тому подобное. То есть старались все по максимуму, все разъяснить, и поэтому вам просто нужно будет зарегистрироваться, перейти вот сюда в чат, и начинает развиваться вместе со мной в этой игре, и где есть заработок. Что касается заработка. На данный момент здесь есть куча различных галактик, куча есть различных там рас, я бы сказал, и так далее и тому подобное. Если мы нажмем на вот эти вот самые, то здесь галактика просто космос, да, как вы видите, вот куча планет. И мы где-то аж вот тут. Да, вот. Вот эти более подсвеченные планеты, это те, которые я захватил. Ну, естественно, наша основная задача, это захватывать другие планеты, порабощать их и уже добывать ресурс, который будет давать нам доход. Что касается доходности, я тоже, когда только вот пришел, начал сеть задолбывать. Блин, ну какая же здесь доходность и так далее и тому подобное. Типа, блин. Ну, а ребята играют на совесть, играют от того, что им нравится данная игрушка, нравится данная механика. Так вот, игрушка сказали мне, что реально выйти на $10 в месяц абсолютно нуля и без вложений.
Каждый цвет ООО, политика вам тоже там расскажет. Каждый цвет данной планеты имеет свою образную доходность по ресурсам и так дальше. Но самая крутая — это вот эта вот фиолетовая. На нее лучше не нападать, даже не смейте, потому что там сидит очень большой биг босс, дяденька, который давно не играет. В общем, развивался. И ищите планеты, которые нету вообще. Владелец, вот, например, свободно, да? В первую очередь, что мы делаем? Это нажимаем корабль отправить. Отправили, например, 1000. Разведка, оно скажет нам, что там есть. Потом следующий мы кого отправляем. Опять нажимаем атаковать. И, естественно, мы будем сейчас с вами бомбить. Так, вот, бомбардировка, выбираем. Выбираем здесь Валькирии 500, который именно делает бомбардировку. Здесь мы выберем тоже 500. И вот у вас есть якобы флот своеобразный, который дает нам возможность очень-очень хорошо зарабатывать. Так, здесь 500, так будет. Здесь 10 тысяч. Так. Ну и здесь 300 или 400. Я просто уже дальше от балды начинаю рисовать, что сколько уйдет. Так, здесь надо. У нас есть, например, макс по энергиям, сколько нам потребуется. И, естественно, мы нажимаем отправить. Как видим, требуется энергии 286 066. Так, нажимаем отправить. Требуется добавить энергию. Окей. Хорошо. Возвращаемся мы на галактику. Так, что у нас здесь? Ага, вот наша планетка. И от этой планетки мы опять будем искать ту планету. Потом нет у нас энергии, то можно было нападать. Так, атаковать. Сейчас еще раз посмотрим, чтобы там никого не было. В общем, вот эта вот серая планета, то она как раз дает нам, как бы по рарности, она на золотой середине находится. Ну это так, чтобы вы знали. Ага, тоже нет энергии. Прикольненько. Хорошо, сейчас мы зайдем на станцию. И будем перекидывать. Есть тоже как обменники. Можно перекидывать как данный токен, который потом можно менять, заработать. Точно так же есть здесь энергия, электростанции и многое-многое другое. Поэтому, ребята, пробуем данную игрушку. Развиваемся в данной игре. Ее, естественно, атакуем и захватываем данные планеты. Все вам поможет все рассказать, объяснить в данном вот этого чате. Чат будет, на этот чат будет ссылка будет в описании. Поэтому, ребят, приходите, регистрируйтесь, потом пишите в чат, вам обязательно помогут, подскажут о данной игре. Ну, в принципе, все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока и всем хорошего профита.